знаете, в моде абсолютно все. Вот просто сложно себе представить сезон, который бы был так же богат на абсолютно все. То есть в моде буквально какая-то вакханалия. В моде 60-е, 70-е, 80-е, 90-е. В моде твид, различные фактуры, напоминающие нам а-ля Чебурашку. В моде кашемир, в моде черный, белый. И вместе с тем яркие цвета, такие как марсала. Да, если в прошлых сезонах это был просто бордо или цвет бургундского вина, то в этом красивое название марсала. Или цвет Бискайского залива. Это такой вот цвет морской волны вместе с синим. То есть, в принципе, в моде довольно много чего. Винтаж, ретро, все это в моде. В моде действительно вакханалия. Как не потеряться во всех этих трендах? Но мне кажется, нужно понимать, что на сегодняшний момент вообще в мире существуют два тренда, наиболее ярко и остро звучащих. Это здоровый образ жизни и толерантность, или, скажем так, демократичность. А вот уже прошли те времена, когда в моде был гламур, когда мы наряжались с самого утра и до позднего вечера, когда мы этим гордились. На сегодняшний день это уже становится даже неприличным. Вот мне кажется, имеет смысл ориентироваться на эти два тренда, и тогда будет проще разобраться в моде. И, конечно же, главное выбирать одежду, которая подходит именно тебе, а не какой-то модный лук, который обязательно нужно выгулить.